Башкирия получит из федерального бюджета 1 300 000 000 рублей на субсидирование процентных ставок по инвесткредитам. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. По данным ведомства, с учетом республиканского софинансирования, общая сумма господдержки составит 1 600 000 000. Средства направят на возмещение только тех процентных ставок по инвесткредитам, которые были заключены до конца прошлого года и прошли отбор в комиссии по координации вопросов кредитования АПК при Минсельхозе России. Эти суммы будут как раз направляться на те инвестиционные программы и кредиты, которые как раз направлены на приобретение техники, скажем, скота, строительства. То есть это достаточно долговременное вложение, до 15 лет, предположим, и субсидируется, если говорить о сумме, до 11% кредитной ставки. По данным телеканала РБК Уфа, всего из федерального бюджета в этом году ожидаются денежные трансферты на развитие АПК в размере 4,5 миллиардов рублей. Дополнительно около 3 миллиардов выделят из бюджета республики. Напомню, что с этого года начали действовать льготные кредитные условия для аграриев. Процентная ставка составит не более 5% годовых. Займы уже готовы предоставлять Россельхозбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк.